Только что был суд по конференции с ними. Тамарка Голубова и ее дочка. Там были тоже женщины. Катэ Мануша Живля. Значит, Ростедепы. Вой пострамлено на 10 лет. Вернее, мама лапострамила на 10 лет. И дочка пострамленная. Люди добрые. Она не весь штраф ставит назад. Сейчас его на буду выходить. В интернете срамить. Люди не принимают. Эти люди пострамленные. И буду выходить, и другие люди не принимают. Они получили по своим заслугам. Не за зятя, за моего ребенка, за меня, больного человека. За унижение моего дитя. Достойного ребенка. И меня. Чтобы были все здоровые. За свечки. Вот эти свечки, что капали, она говорила, крутила на мою дочку, на меня. Ой, что это болит. Да, вой, вой крутила, померничей, команды, свечки. Куда собой, мы на свалома нож. Значит, она пострадала на 10 лет. Если она будет выкидать, люди добрые, вот эти видео, как она делает срамы, кто-то примет люди? Нет, нет, нет. Все прокладки, все туалеты, все роддомы, все затички. Де б чоловіки з мужчинами, щоб їм було в рот? Як вони казали, що всі жінки в напісові народціли. Як вони говорили. І хто буде з ними кушати, піти, чи по телефону говорити, теж буде пострамлений, як вони мені казали так. Вони так страмили, що по телефону навіть не балакали. Бо хто буде з ними балакати, навіть по телефону буде пострамлений. Косне цей того. Було таке, що люди не могли навіть, як вона тебе страмить, позвоніть йому, ну хай вони тепер тільки. Эти 10 лет за то, что они виноваты. Всем здоровья, радости и благополучия. Прошу прощения за выражение, за фотографии некрасивые. Люди добрые. Я бы не сделала бы этого. Попались такие люди. Такое делали, я не выдержала. Мы навыяли вас бы с такими стравами, с такими видами. Они начали первые. Я не выдержала. Все, благодарю.